Мы находимся в городе Карлсруэ. Сегодня презентуем мы отель Carl Store. Это четырехзвездочный отель. И рядом еще с ним ЦИХ отель. Всего две буквы С и И. ЦИ называется отель. Также тут хорошие достопримечательности. Вот сейчас мы показываем вам замок, можно посмотреть. И вот эта улица, это улица войны. Вот в эту сторону идет улица войны и в ту же сторону. Здесь тоннель под нами. Мы стоим прямо на отеле, на тоннеле находимся. Мы находимся на улице Карлштрассе, на входе в ЦИХ отель. Это рецепцион, сейчас посмотрим. Тут еще и бар находится с рецепционом. Вот. Можно будет футбол посмотреть. Тут бар, буфет. О, сейчас нам включит свет. Мы находимся в баре. Тут все перебивается огнями. Такая богатая, красивая люстра. Бра. И вы здесь смотрите футбол. Мы не будем им мешать. И нас все рецептуруем. Добро пожаловать! Сегодня у нас комната 434. Мы показываем эту комнату, четырехзвездочный отель. Называется отель ЦИ. Две буквы С, две. Так, с левой стороны у нас находится душевая кабина, душ, ванная комната. Ремонт сделан недавно. Сантехника новая. Тут с левой стороны сразу прихожая у нас, потом можно попить чаю, кофе, все имеется, вода имеется. Так, здесь у нас телевизор, можно погреться у камина, посидеть. Дальше тут минеральная вода, вентилятор есть, фрукты, большая двуспальная кровать с торшерами, с кроватными тумбочками, большие полотенце, ванная и пульт от телевизора. Можно посмотреть на улицу. Эта улица называется Карлштрассе. Слева направо. Посмотрим. Тут Штрассенбан ходит. Это по-русски трамвай. Какой номер, я не знаю, не буду врать. Это улица войны. Крюкштрассе называется. Здесь тоннель идет под землей. Вид хороший на город. Тут церковь и шлёз. Это замок. Ну, всего хорошего. До следующих волнующих встреч. Заказываем именно отель. Именно этот отель. Именно эту комнату. У вас будет все хорошо. Всего хорошего. Денег вам, счастья. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. И у вас все будет окей.